Итак, всем привет, мы продолжаем играть в Хошигами. И сейчас у нас миссия будет в Башне Ветра. Квестовая. Удачи нам. Мы пришли от имени Фернандеса, императора Велима. Сдавайтесь, оставьте нам башню и не сопротивляйтесь. Так, очевидно, вы пришли не с миром. Но мой долг как монаха Кашиса охранять эту башню. Я думаю, Кашиса — это бог ветра. Такое ощущение у меня. Если ты хочешь эту башню, то тебе придется сразиться. Сперва со мной? Как ты смеешь? Он будет сражаться сам. Взять. О, капец, перевод. Стоять, сучары! Вот он, герой. Мы тебя возьмем. Ой, перевод. Полно врагов. Мы тоже не выковшиться. Так, вы вперед пойдете. Беда. Как ты у нас послабее будешь? Вперед, что ли? Вперед. Тут я уже не помню, где, кстати, секретики, но, по-моему, где-то вот тут, что ли. Ну, короче, как всегда, в местах труднодоступно. Так, понеслась. Блин, на кого не уровня? Хорошо держится. У нас тут офигенная монетка, которая всего десяточку стоит. Так. 204. У-ху. Попадос, чувак, попадос. Вот поэтому я не люблю этих топорщиков. Они к магии очень уязвимы. Пусть у них обычно хп и урона дофига. Но не попасть не могут, и магии их выносишь на раз-два. Второй уровень, короче. Можем справиться. Это не маг сущий, кстати. Походу маг, кстати. Норм. Thank you.
начали мы блистать. Чё бы нет. Минус один. Опа-на, хорош. Ты чё, какого уровня? Третьего? Вообще хорош. О, ты мало нанесёшь. 15. Фигня. Так, дамага достаешь? Достаешь. Вероятность, правда, поменьше. Ну ладно. Сука. Зипа мешает. Это, короче. Провал. Надо было уже стрелять. Ну ладно. Тоже лошара. Нам далеко не надо отходить. Мало, капец. Капец, мало. Немногим больше. Трюкач прям. Прям дом. Кулак? Жесть. Нашлось оружие нормально для воина. Не вынесешь. О! Тут что у нас? Так, все. Пущика можно вынести. Наносим этого, значит. Это значит. Минус два. Чего? А, ты зажравшийся. Четвертый уровень. Понятно. Неплохо такого кинжальчика. Критический урон на полполосы. Хрен промахнешься. Что надо валить? Больно ловкий. Беда. А? 14 с меча. Вообще не урон. Да, какие-то они плохо вооруженные, плохо обученные.
втором-то уровне такой фигню лансит. Он в съемку попадает. Thank you.
дома могла бы даже одна справиться со всеми, я думаю, при желании. Ну это, жрица башни ветра, которую мы сейчас спасаем. Со спины 33%, между прочим. Хоть бы 1% давали. Ноль совсем печально. Прикол. Я подумал об этом. Это случилось. Сейчас то же самое. Промазал. Ну еще лечу, конечно, прочь. Так. Должен успеть, так что давай-ка проверим мою теорию. Ей, я был прав. Опа-на. Слепота. А, промазал. Тут, конечно, шелханулся. Не беда, конечно, все равно. Ну, а полечим Филь. Я не знаю, это опыт, это фига дадут. Так мы высокоуровневого чувака лечим. Кстати, прикольная схема. Чтобы всех цены повышать. На этом много опыта не заработаешь. Нет, много заработаешь, но немного раз. Это можно осуществить. Капец ты.
Ну ладно. Потом упадет. По-любому. Даже вот так можно упадет всего. О, нет, нормально. Опа-на! Это вызов, конечно. Хотя, какой там вызов? Готов. Зеленые фишечки, ну да, очки поклонения божеству дают больше, по-моему, тогда, когда ты противоположное, ну, враждебное божество такое же, которое враждебно твоему. Типа там огонь, вода, все дела. Смотри-ка. Mission complete. Бабло. Бумеранг, да. Ты, наверное, нашел бумеранг. Сейф. Большое спасибо за помощь. Кстати, в этой игре очень много разветвлений, очень много концовок и еще много всего сюжетного, на самом деле. Так что очень много зависит от того, что ты, ну, какой вариант ответа выберешь. Большое спасибо за помощь. Меня зовут Сильватус. Я жрец, что должен охранять башню ветра. Я Ядеркова. Ну, похоже, что вам не потребовалась наша помощь. Вы знаете, почему Галлиманская армия пришла к башне? Это очень старое строение. Ух, то есть у башни очень долгая и странная история. Как ты сказал, в таком удаленном месте? Я не знаю, что точно им нужно. Я думал, что башня — руины древней Икси. Ты прав. Недавно Велием изучал руины на башне ветра. Они что-то там разыскивают. Я слышал, что там есть какие-то древние артефакты.
Кстати, это женщина, но перевели как мужчина. Имя у нее мужское. Он, по-моему, это женщина. Почему мне так кажется? Почему-то. Всегда так казалось. Но никого из них здесь нет. Филиманцы знают что-то особое. Ты, Сильватос, ты представляешь, что им здесь нужно? Ядеркова, мы выполняем свое задание. Ты можешь быть прав о тайне башни. Но нам лучше не сувать свои носы в это дело. Но, Леймриц, хорошо. Так, вы все, наверное, устали. Отдыхаем, а тут проведем ночь. У меня странные новости. Что такое? Я получил послание о том, что город Дисаал атаковала Велиманская армия. Ну, хоть убили. Вели, за это заплатит. Ядеркова, успокойся. Вели, ему нужен Лар Деуя и Башня Ветра. Кроме того, они переводят оставшиеся силы к границе Гейраулда. И, скорее всего, не смогут атаковать Дисаал. Не стоит доверять этому сообщению. Мне плевать, даже если это ловушка. Я иду. Опа-на. То есть следующая миссия у нас в Дисале будет. Пойдем в нашу родную деревню к нашей подружке. Всех спасать. Ну, на этом все. Сегодняшняя серия закончена. Всем спасибо за внимание. За просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока-пока.